Три пескаря приветствует всех любителей рыбной ловли. Поговорим с одним из рыбаков, впервые приехавшим на наш водоем, на VIP-участок. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как прошла ваша рыбалка? Да, отлично провел время, буквально пару часов, может быть, даже меньше. Вот улов, спиннинг. Исключительно спиннинг, исключительно блесна, да, я так понимаю? Да. Я так понимаю. Да? Все верно, да. Блесна, спиннинг. Не особо хорошо себя показывает в последнее время блесны, и как на общем водоеме, так и на VIP-участке. Что скажете вы? У меня сегодня наоборот. Резина не работает, блесна работает. Вы впервые на водоеме. Поделитесь своим мнением, своими впечатлениями. Да, мне все понравилось. Надеюсь, приеду в ближайшее время в хорошую погоду и еще раз рыбачу. На воде ни хвоста, ни чешуи. Всего доброго вам. До скорых встреч. Спасибо.